тех болельщиков, которые к нам сегодня пришли, это в первую очередь, во-вторых, нам нужна была сегодня победа, мы ее добились, старались налетать с первых минут. Очень тяжело играть, когда команда играет от обороны, и практически все команды играют в такой футбол против нас. Мы стараемся скрыть оборону соперникам. Тяжеловато, конечно, но самое главное, что у нас есть желание, есть старание, и самое главное, есть подходы, как это было в начале прошлого года. У нас очень много было подходов, но не было остроты. Вот сейчас та же картина. Мы создаем то, доходим, вернее, то штрафной, это все у нас хорошо получается, а вот именно концовочка, она немножко смазывается. Хотя есть моменты, есть пострелы, сейчас больше мы сами набирать, больше сами работать именно над завершением наших вот этих атак, которые мы делаем. И я думаю, что потихонечку будем набирать. Эта победа была очень важна для нас, так как и предыдущая победа дома, поэтому две победы дома и одна на выезде, дает нам определенный оптимизм, определенную, знаете, как уверенность каждого футболиста. Ребята, на самом деле тяжело, но довольны. Сейчас надо подготовиться к следующему матчу. И Балтика сейчас обыграла Мордовию, поэтому будем настраиваться на серьезный матч. Спасибо. Вопрос ваш, Александр. Александр Быков, Михаил Победа, во-первых, очень сложный будет сейчас календарь, ближайший месяц, по-моему. Достаточно у нас футболистов, по-моему, или будут еще новички в Китае? Ну, у нас на самом деле достаточно футболистов, которые могут в любой момент выйти, заменить игрока. На самом деле у нас очень хорошие квалифицированные футболисты. Самое главное, чтобы они, те, кто выходит с первых минут, были уверены в себе, те, кто на замене, тоже должны быть уверены для того, чтобы в любой момент выйти и заменить своего партнера. Есть определенные моменты, которые сегодня в заменах произошли, которые мне не понравились. Я обязательно это завтра перед тренировкой это сообщу. Поэтому обоим у нас достаточно, любой игрок может заменить своего, как говорится, товарища на поле. Новички еще будут? Даже не могу сказать. Я думаю, что да. Мы хотим усиляться, хотим все равно дальше двигаться вперед. Поэтому посмотрим. У нас еще есть время до конца августа для того, чтобы определиться с игроками. Все будет зависеть сами прекрасно от ответчиков. Пожалуйста. Дмитрий Николаевич, от игроков «Интера» тоже с победой. Хотел узнать по поводу выбора состава, почему вышел Сысуев, он хорошо себя привел в прошлой игре, и с чем связано такое ранение подготовящее на 30-й минуте? Ну, во-первых, вы прекрасно знаете, да, что у нас есть такой, как говорится, лимит для того, чтобы на поле обязательно должен находиться один молодой футболист. Поэтому Коля у нас как молодой футболист, это раз. Во-вторых, он очень квалифицированный, это два, поэтому мы Артура не поставили. Вот. И на место одного молодого игрока мы поставили двух игроков Камолова и Старца вперед. После этого мы пропустили ненужный, необязательный гол, поэтому нам нужно было что-то менять. И мы в этот момент как раз опустили Камолова в опорную зону для развития, потому что команда соперника немножко все-таки опустилась, села назад. А на место Камолова, когда он играл крайнего полузащитника, мы поставили Пашу Анатольевича. И, в принципе, эта игра дала результат.